6 июня исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Как отметят эту дату в Самарском педуниверситете? Насколько востребовано сегодня произведение классика среди молодежи? Какие трудности переживает великий и могучий русский язык? И каковы возможности удержать языковую планку на пушкинском уровне? Размышляет кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка, культуры речи и методики их преподавания Самарского государственного социально-педагогического университета Юлия Белкина. Смотрите программу «Город С» 5 июня в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».